зовут Ольга Толкачева. Я, к сожалению, не профессиональный спикер, отдуваюсь за всех своих коллег, которые разбежались по регионам. Сегодня расскажу про компанию UpTrail, которая находится недалеко от города Цюрих и является мировым лидером в разработке, по разработке и внедрению технологии в СИЗ органов зрения и СИЗОТ органов дыхания. Соответственно, у нас запатентованные технологии, нам всегда есть чем удивить. И это не голословно. То есть те технологии, которые мы внедряем на рынке, к сожалению или к счастью, наши конкуренты повторить до сих пор не могут. Для того, чтобы это не было только интригой, приведу несколько примеров. В частности, щиток сварщика с уровнем затемнения в первоначальном состоянии 2.1 до сих пор никто не смог повторить. Кроме того, у нас есть щиток сварщика с вырезом под нос, что, собственно, помогает увеличивать обзор до 6 раз. Это то подтверждение того, что мы являемся разработчиками инноваций. В частности, у нас есть еще в 2013 году у нас была придумана сварочная кепка. Сварочная кепка – это полупрофессиональное решение для труднодоступных мест сварки в трубопроводах, но это очень заходит сварщикам. Дальше в 2015 году мы уже придумали щиток с уровнем первоначального затемнения 2.5D, что, собственно, тоже пока нет решения. У нас уже есть более лучшее решение 2.1, а у наших конкурентов нет. Далее это были турбоблок. Позже я расскажу более подробно. В 2017 году впервые появился щиток с вырезом под нос. Это серия «Панорама». В 2018 лидер нашего сегодняшнего массового рынка, но если можно так сказать про наш топовый продукт, это щиток «Кристалл» с уровнем первоначального затемнения 2.1 и с абсолютно новыми технологиями в цветопередаче. То есть цветопередача 98,5%. Сварщик, который надевает этот щиток, он просто у него сносит голову, потому что он видит сварочный процесс так, как он раньше этого не видел никогда. Он видит цвет металла, сварочную ванну, как будто бы без искажения. Основная наша сложность в продвижении, я бы сказала, это то, что доказать, что вот в том, что он все видит, и его глаза полностью защищены. Дальше это, собственно, появилось, в прошлом году появилась линия серии Panoramax. Это с светофильтром CLT технологии и с классом, еще одна квадра, это с классом светофильтра 4 единицы, новое оголовье. И, собственно, в 2021 году у нас вышло на рынок новый СИЗОТ, вот, собственно, в котором я сейчас нахожусь. Это инновационное решение, революционное, которое я расскажу чуть позже. Связано это с тем, что он абсолютно легкий, 1 килограмм 200 грамм веса. И с уровнем защиты до 500 ПДК и с непрерывной работой 14 часов. При этом, при всем, его можно использовать с маской любого производителя. И область применения не ограничивается сваркой. Итак, направление нашей деятельности. Защита органов дыхания – это сварка и резкая шлифовка. Но это стандартно. Безусловно, при сварке основное, что страдает, это глаза сварщика, которые подвержены инфракрасному и ультрафиолетовому излучению. Очень часто предприятия сталкиваются с раком кожи. Профессиональные заболевания легких – это тоже заболевания сварщиков. При этом, при всем, если, например, сварщик может понимать, что его глаза не защищены, потому что он ощущает дискомфорт, песок, усталость, покраснение глаз, по коже он тоже это видит, поскольку происходит, в некоторых светофильтрах происходит загорание, и рак кожи появляется довольно быстро, то с легкими ситуация очень сложная, потому что, как правило, это проявляется через несколько или много лет, и, собственно, тогда человек уже может даже не работать на предприятии. И нельзя не отметить, что шея, в частности, это тоже такой орган, который очень сильно страдает, поэтому сварщики всегда стремятся к легкому весу.
Особенности работы сварщика. Ограниченное пространство, условия недостаточной видимости, желание получить больше обзор, ну и, собственно, чистый воздух, и для качества шва ему необходимо видеть то, что он делает. Чего хотят? Ну, соответственно, общего обзора, легкого веса, чистого воздуха. Все это Uptrel предлагает в своих технологиях. То есть у нас абсолютно полная цветопередача, у нас увеличенный обзор за счет щитков, в которых есть с фильтром, со светофильтром усеченного диаметра, со светофильтром с вырезом под нос. У нас есть щитки с уровнем максимального затемнения 14 дим, что, собственно, объективно очень редко востребовано, но субъективно есть люди, которые предпочитают, чтобы им было темно, когда они варят. Это сила привычки. С уровнем первоначального затемнения 2,5 и в том числе 2DIN CLT технологии, легкий вес. Также у нас есть технология выход из сумрака. Это означает то, что маска высветляется не очень быстро и у вас нет такого удара по глазам. Есть маска COM, это решение, которое мы реализовали в Европе с компанией Fronius. Когда щиток зажигается не на дугу, а от источника идет сигнал. Итак, щитки с уровнем затемнения 2,5 дин. Вот на слайде видно, как вы видите в светофильтре с первоначальным уровнем затемнения в незатемненном состоянии до 4 дина, в нерабочем состоянии, и что вы видите в 2,5 дина. То есть, соответственно, речь сейчас идет не о широте зрения, а о уровне светопропускания. Но кроме светопропускания существует еще цветопередача. Наш мозг, то есть видим мы не, отчасти только глазами, человек видит и обрабатывает сигналы мозгом. Поэтому от того, насколько велика цветопередача, зависит ясность и восприятие картинки. На следующем, вот обратите внимание, на следующем слайде будет сравнение между 2,5 и 2. Тоже колоссальная разница. 2-1 это у нас сейчас в двух масках. Это щиток сварщика Crystal 2.0 и щиток сварщика Panorama 2.0 CLT. Это видимый спектр и, ну, собственно, то, как видит сварщик шов. Что такое панорамный обзор? Все стремятся к увеличению обзора. То есть это все требования, желания рынка, желания сварщиков и этот отклик, который... Что делают производители? Производители добиваются увеличения панорамного обзора за счет увеличения светофильтра. К чему это приводит? Светофильтр – это самая тяжелая часть в щитке сварщика. При этом, при всем, светофильтр – это пирог, и увеличивая его, ну, то есть у нас на лице есть еще нос, и нос всегда мешает. Поэтому, когда светофильтр, чем больше светофильтр, тем дальше он удаляется от носа и от глаз. Соответственно, в связи с этим центр тяжести, самой тяжелой части центр тяжести очень сильно смещается. На что это влияет? То, что когда сварщик ворачивает голову в труднодоступных пространствах, то там у него увеличивается нагрузка на шею, зависимость нелинейная. И это очень ощутимый фактор. Что сделал Uptrel? Uptrel идет другим путем. Был сделан светофильтр с вырезом под нос. Кто захочет, может потом подойти посмотреть более детально, можно померить маску, можно посмотреть ее срабатывание и тому подобное. За счет этого обзор увеличился в 6 раз. За счет того, что светофильтр приближен глазам. Это решение было в 2013 году на нашей обычной маске. В прошлом году появились, ну, как я сказала, уже еще две маски CLT и Quattro с 4 единицами. Также светофильтр с вырезом под нос реализован в нашей сварочной кепке. Это полупрофессиональное решение.
Это пример нелинейной зависимости. То есть для того, чтобы было понятно, что происходит, какая зависимость между... Что такое 2.1, 2.5, 3 и 4. У большинства производителей это уровень первоначального затемнения 4.1. Соответственно, все очень темное, ну, по сравнению с двумя, безусловно. Автопилот. Одно из уникальных решений Aptrela – это автопилот. Это полностью автоматический фильтр, светофильтр. Собственно, при увеличении тока вы картинку внутри видите всегда одинаково. И щиток подстраивается самостоятельно. Есть решения, которые с функцией автопилота, есть решения, которые щиток полностью автоматический. Это, в частности, например, щиток, который был сделан для российского рынка, это спутник. Потолочная сварка. Для потолочной сварки рекомендуются сферические, ну, либо цилиндрические линзы. Вот, в частности, на этом примере вы видите щитки с прямым светофильтром не рекомендованы для потолочной сварки. Ну, понятно, потому что окалина может оставаться и прожигать светофильтр, ну, или стекло. Регулировки. Обычно регулировки всегда были снаружи, но некоторые сварщики хотят, чтобы регулировки были внутри. У нас есть для этого решение. Решение есть и как в топовых щитках, это в панорамах, в серии панорамах, так и в более относительно дешевых щитках, это, например, спутник. Регулировка оголовья. Оголовье регулируется по трем характеристикам. Глубина, наклон и удаление от глаз. Сейчас вышло новое оголовье, тоже я его покажу. А им комплектуются все щитки серии панорамах по умолчанию. Это оголовье можно также докупить и поставить на любой щиток Aptrela. Вот это новое оголовье Изофит. Собственно, оно регулируется. Кто захочет, может подойти посмотреть, померить, убедиться, насколько это все удобно. Это как раз щитки с вырезом под нос серии Panoramax. Три варианта. 2.5, CLT-2 и Quattro. 4 единицы класс. Все щитки, профессиональные щитки Aptrela бывают в двух версиях. Это версия обычный щиток и версия сизот. Здесь на слайде вы видите кристалл. При этом все щитки, вот как то, что вы видите, это светоотражающее покрытие серебристого цвета. С прошлого года у нас есть вариант доступности кристалла в черном цвете, что делает его чуть дешевле. Это, опять же, по запросу с рынка. На слайде вы можете посмотреть, вот с левой стороны, это мы делали самостоятельно непрофессиональные фотографии. Вы видите обычную картинку, и вы видите ее через кристалл. Цветопередача 98.5%. На слайде показаны легкость и доступность регулировок. Регулировки это у кристалла, они все снаружи. Можно регулировать уровень затемнения, потому что сварщики предпочитают иногда подстраивать под себя. Кто-то любит чуть посветлее, кто-то чуть потемнее, кто-то любит задержку осветления, кто-то нет, кто-то предпочитает использовать выход из сумрака, кто-то нет. Чувствительность, это все делается однажды для себя, ну и дальше, соответственно, уже с преднастройками работается дальше. Это щиток-спутник. Это по запросу с рынка. В частности, у нас были сварщики, которые в Трансмашхолдинге, я их называю капризными, но на самом деле это не совсем так, это так в шутку только. Они мне объясняли о том, что они работают в труднодоступных местах, везде задевают щитком, и вот эти вот настройки снаружи им мешают. А еще им надо очень темно. 14 дней. Aptrela мы очень долго объясняли это заводу. И завод пошел на то, потому что это был ключевой заказчик, это было давно, это было лет, наверное, 10 назад.
И, собственно, Aptral сделал щиток для российского рынка, поэтому у него и лейбл на русском языке, это не российский щиток, это швейцарский. И, собственно, с полностью настройки внутри, полностью автопилот и... Да, настройки внутри, автопилот 14 дней. На самом деле, ТМХ не очень много купил у нас таких щитков. Crystal покупает значительно больше, и Вегу, а спутника не очень. Зато у нас есть очень крупный клиент, это Полюс Золото, который работает только в таких щитках. Уже более 600 штук поставлено. Light Sleep. Хотел сказать пережиток рынка, но, наверное, многие сварщики любят щиток с открывашкой. Мы не стали его, он у нас практически не продается, потому что это уже устаревшее понятие. Щитки с первоначальным уровнем затемнения, там 2 или 2,5 дим, их не нужно поднимать. Поэтому у них вот эта функция, что возможно открыть светофильтр, она просто излишняя. Но тем не менее, для того, чтобы бороться с аргументами и говорить, что у нас тоже такое есть, вот у нас тоже такое есть. Щиток с открывашкой. Светофильтр у него точно такой же, как в спутнике. Кепка. Кепка — это полупрофессиональный щиток, она у меня есть здесь, кто хочет, может померить. Хорошее решение, интересное решение, но это исключительно вот для полупрофессиональной сварки. Заводы у нас, крупные предприятия, заводы не приобретают у нас такие, ну только в виде подарков. Например, на какой-нибудь конкурс. Нео. Такой привычный, обычный щиток, рабочая лошадка с хорошим швейцарским светофильтром в дешевом, ну как, относительно Aptral, это дешевый сегмент. В дешевом сегменте полупрофессиональные щитки, не предназначены для потолочной сварки, поэтому они полупрофессиональные. Все другие характеристики у них хороши. Но при этом, при всем, понятно, что не бывает либо-либо, не бывает такого, чтобы все идеально. И цена тоже дешевле, чем у топовых щитков. Светофильтр привычный, зеленоватый. Рейди – самая дешевая маска в линейке Aptral. Ее даже завод запрещает нам рассказывать о ней. Но тем не менее, она не предназначена для потолочной сварки. Мы ее продаем, знаете, когда вот пытаешься зайти куда-то, и стопом не получается. И нужно хоть как-то закрепиться, потому что люди там используют довольно дешевые щитки. Но опять же, если люди используют черное стекло, то предлагать им купить маску там за 50 тысяч рублей, конечно, утопия. А такой щиток вполне себе заходит. Он конкурирует с такими, как Rasoms, например. Clearmax. Щиток для зачистчика. Зачистка. Ну что, удобно, хорошо. Понятно, что не очень дешево, но вот как мы заменили дешевые щитки на Clearmax в Русале, например. У Clearmax есть чудесная функция. Вот эти вот визоры защитные, они бывают с дополнительными динами 3 и 5 дин. Это очень интересно, полезно, и, собственно, в связи с этим их можно использовать в плазменной резке, например. И Clearmax тоже бывает с обычной и в версии с изотом.